Лёше отправим видео, да? И тебя сфоткать? Да. Обалдеть. В городских условиях. В таунхаузе, да. Мейско, как там, сельский? Вейско. Вейско? Да. Мейско, Вейско. Да. И вон там, кстати, фокус наш. Вот там фокус наш. Фокус. Да, находится. Тебя гопнет. Лесок. Ну вон. Ну садик есть, какие детские площадки. Получается, как вот вышла на улицу с ребенком, а гулять не надо. Ну вот и есть. Это такая площадка. Маленькая. Ну вот. Как выглядят дома отремонтированные. Парковки, видишь, везде есть. Для велосипедов есть. Мужика взяли, что у нас. Где? На третьем этаже. Привет. Ага. Да. Везде чисто, красиво. Горы мусора нет. Поубрано везде. Везде вон велосипедные дорожки есть. Красивый, да? Я веду видеофиксацию. Жрудлян. Ну можно, конечно. Ну зачем? Да. Согласен. Ну Жрудляна 31. Ну пойдем посмотрим, что тут смотреть что-то. Ну тут дорогие сильно. Ну зато тут классно. Ну да. Все красивенькие, все новые. Будет первый взнос 200 тысяч, можно и тут смотреть. Ночью нет. Мало. Ты ж не в России. Тебя тут полиция не заберет за то, что ты снимаешь просто улицу. А как тебе вообще сайдинг вот такого типа? Что? Сайдинг. Нормально. Может, дом таким делать? Ну. Нет? И там на несколько семей, но напротив нету прямо вот окна. Ну да. А то вообще какой-то пансионат солнышко. Это как тем будет и елочку наряжать, наверное. Это такой дом в колониальном стиле классный. Да, хороший. Да. Тут классный вид с окна будет. Вообще космос. Тут классная планировка.
И он какие он школы, как и у нас прям. Угу. О, вот это школа. Блин, нифига себе советская, ты чё? Да нифига не советская. Ну зайдешь. Советский это школа. Вон везде беговые дорожки, велодорожки, блин, по городу всему. В городе 80 тысяч населения. Вон, будущее Ваня. Где? Вот, ага, да, у дяди Вани. Понял, как они сделали? Да, блин, ее перевернули, ну ты же говорила. Дядя Ваня, блин. Да, где бы ты у нас увидела? Огромный торговый комплекс. С брендовой одеждой совсем. Правильно. Даже у вас Макдональдса нет. Как? В Броварах. В Броварах нет? Да, нет. В смысле нет? Есть Макдональдс. Так он недавно открылся, а тут уже 10 так лет. Вот уже. Тут уже 10 лет он. KFC должен был ну нам, наверное, открывать. Туда. Нам туда, наверное. Уже KFC напротив почти. Что? А? Кто? С тобой пойдем, секонд. Да нафиг той секунд надо. Все, финальный аккорд сделаем. И на этом будет все.